печеньку. Ага, иди сюда, иди мамке дам сначала. О, извините. На. Ракушоник. Ох ты ж, какой хитрый. Вот это их, как говорится, хлебом не корми. Дай им поесть печеньку. Боже, столько счастья. Вот как они им нравятся. Колбасу сегодня давала, не едят. Колбасу мы не хотим. Наверное, она еще вреднее. Колбаса для людей. Ух ты, мои хорошие. Мамка вообще спряталась там подальше. И не видно. Все, теперь у них только один горшок с водой. Потому что чего, поломали? Иди, косявый. Ты такой красавый. Мы сегодня вы раненько пришли. Еще 8 вечера нет. Они уже тут, как тут. Что еще? Да ты что? Неужели еще хочешь? Что, до мамки побежал? На. Что, забрал у нее кусок? Ах ты, хитрая морда. На. Рагушечка, иди, ты тоже любишь печеньку, я знаю. О, на, моя золотая, давай. Вот умная, аккуратненько так берет. И сразу по углам разошлись. Господи, вот родственнички. Себе захватили и подальше разошлись, чтобы даже не поделиться. Ни в коем случае. Ну все, это мы поели. Вкусно. Ракушу не видно. Он куда убежала. Ой, как ты кушаешь вкусно. Боже мой, самой хочется уже съесть печеньку. Аж слюнки текут. Ну все, моя радость, хватит с тебя. Печенек больше не дам. Хорошего понемножку. Хочешь, бери. Он побежал к мамке, чтобы у нее кусок изо рта выдрать. Успела съесть? А, доедает. Ой, морда-то моя. Все, хрюм-хрюм. Ну, будешь еще эти? Нет, не. Видишь, эти кошачий корм уже не хотят. Только печенье. И думают, что моя рука это печенье. Нету больше. Все. Хватит вам, по 2 достаточно. Хочешь, бери еще вот этих. Это не навряд ли уже будут есть. Не хотят. Все. Тогда я с вами прощаюсь. До завтра. До завтра, мой дорогой, да. Хватит с вас на сегодня. Уже оскомину сбили. Покушали чуть-чуть. Не голодные. Видно, что не голодные. Не голодные. Вот там. Притулились. Ну нету больше. Все. Ракушечка. Я с вами прощаюсь, потому что мне холодно. Все, всего вам доброго. Хороших снов. Или доброе утро.
Подписывайтесь на наш канал. Мы для вас стараемся снимать видео каждый божий день с этими замечательными енотиками. Не забывайте ставить пальчики вверх. Всего вам хорошего!